Приветствую вас, друзья, на канале Сервис Фокс. Сегодня хотел бы представить топ-5 безнасадочных мормышек сезона 2019-2020. Конечно же, выбор было сделать тяжело, потому как в одни рыбалки работали одни мормышки, в другие рыбалки работали только другие мормышки, но провел среднюю и выявил топ-5 тех самых мормышек, с которыми я постоянно хожу на рыбалку, то есть которые постоянно есть в арсенале, в запасе. Открывает топ-5 мормышек безнасадочных и так называемого нимфа. Представлена она мне в двух вариантах. Здесь есть такая короночка латунная. Весит мормышки очень мало, поскольку я их брал для ловли на мелководье. Это до 1,5–2 метров. Самый популярный цвет на этой мормышке, на безнасадочной, были белые, соответственно, и желтый. Вообще, эта зима была по цветам именно белый цвет рабочий был, и оранжевый или желтый. Три цвета работали на безмотылках. Четвертое место, это так называемая у нас ведьма. Такая мормышечка, довольно самая тяжелая среди всех предоставленных, которые сегодня будут в обзоре. Весит она где-то в районе 2 грамм. Желтый бисер. Белый бисер. И, соответственно, комбинашка. Комбинированный. По этой зиме был самый интересный, самый уловистый бисер. Это у нас желтый. Очень-очень хорошо на него отзывалась как плотва, так и окунь. Собирает эту мормышку, в основном, у меня она считается как по окуню. Плотва, и не очень-очень редкий случай поимки плотвы. В основном были ловля акцентированы по окуню. Открывая тройку лидеров, вот такая мормышка, называется она гвозди-шарик. В трех цветах она у меня присутствует. Это хамелеончик такой переливается разных цветов. Серебристая. И, соответственно, золотая. Здесь эти мормышки весом грамм. Чуть больше грамма. Вот эти две 1,2 грамма. Вот это у нас граммовка. Ловил я на них на глубинах 3-4 метра. То есть ловил по основному руслу. Собирать этой мормышки очень хорошо белую рыбу и окуня. Очень хорошо отзывается на них окуняра. То есть из того, что там, допустим, идет там небольшой кушок, ставишь эту мормышку, она отсекает, и поклевки становятся пореже, конечно, но собирает более крупного окуня. Второе место — это гвозди кубик. Представлен он у меня вот здесь в четырех вариантах. Вообще у меня их больше. Просто дублеров очень много. Вот есть такие, с такими кубиками. Это хамелеон. Есть такого едкого раскраски. Пробовал я, кстати, на нее не очень. То ли из-за окраски, то ли еще из-за чего-то. Надо, наверное, перекрасить ее в черный. И вот такая вот боевая мормышка. Гвозди-кубик. Он у меня уже третий сезон. Ловлю на нее очень-очень часто. То есть, вторая мормышка, с которой я начинаю рыбалку. С таким вот золотым кубиком. Вся потертая, уже краски на ней нифига не осталось. Вот. Вот эти мормышки собирают буквально всю рыбу, которая имеется в водоеме. То есть вся рыба, которая есть в пруду, в речке, в озере, она вся с радостью идет вот именно на гвоздикубик. Но в этом сезоне почему-то было по большей части на нее мелочь акцентировано. Поймал я парочку хороших окуней там с ладошку именно на них. Один более крупный экземпляр, у меня леска стояла маленькая, но тонкая, 0,08. Так и ушел у меня с пирсингом в виде вот такой замечательной мормышки. К сожалению, так я его не смог завести в лунку. Первое место — это, конечно же, чертики. Самая, наверное, популярная мормышка сезон 2019-2020 в безнасадочном варианте.
Здесь по левой стороне представлены чертики легких весов. То есть это 0,5, 0,4. Глубина, на которой я их пробовал, это до 5 метров. Вот эти 1,2, два чертика, очень тяжелые. Вот, леска 0,1. Раскраски ядовитые, то есть я их красил уже под плотву, непосредственно под белую рыбу. Вот это самая популярная модель, которая была в этом сезоне. Это чертик черный и два маленьких бисеринки с белыми кемриками. Очень-очень здорово они собирали белую рыбу, то есть плотву. Подлещика в этом водоеме где я ловил не было, к сожалению. Вот. Ну и очень хорошо отзывался на нее довольно-таки крупный окунь. Поклевки были редки, но довольно-таки качественные.